Биджей Бляшкович представляет. Приветствую вас, геймеры, с вами снова Дмитро, и сегодня мы с вами продолжим прохождение Counter-Strike Condition Zero. И остановились мы с вами на третьем туре. Тут будет 6 противников, то есть 6 на 6. Вальнуть 7 врагов, 2 скрига. И закончить раунд менее чем за 75 секунд. Ну или за 75. Если вровень получится. Так. Кто будет у нас играть-то за наших? Дополнительный член новый. Фью, вроде ничего. Автоматчик. Давайте я уберем кого? Наверное, Морриса уберем. Простите, все еще приболел я пока. Которую серию уже с самого Ульфенштейна болею. Ну ладно. Так. Значит, Фила возьмем, да? Потому что Бен... Ну, Бен вроде ничего. Но у Фила автомат, этого винтовка. Ладно, давайте Бена возьмем. Посмотрим, как он фигачит. Так. Погнали. Надеюсь, раковать так жутко, как на некоторых картах из предыдущих эпизодов, я не буду. Такс. Ну, во-первых, вот это взять, а дальше автобая. Я не знаю. Я не знаю, откуда они придут. Поэтому давайте здесь будем держать оборону, а там... И прицел включим. Да. О! Быстро. Быстро мы их. На 7 богов. Нет, там. Блядь, и вот еще что. Сняли уже. Их много, блин. Вот в этом нехорошая часть. Hello. Ладно. Посидим. Посидим тут пока. Как только... О, мы победили за 75 секунд, походу, да? Нет? Нет. Наверное... там ровно 0, походу, было, да? Видимо, я ошибся. Или выполнил. Не, не выполнил. Крик хорошая штука-то оказалась. Что, давайте продолжим ее юзать. Конечно, можно было бы АВП взять, но... Я думаю, мне и этой штуки хватит. К тому же, это автомат, я думаю, что... Автомат, наверное... Так, тихонечко. Не, никого не вижу. Так, бомбу никто не бросил? Никто. Никого не видно. Ладно, возьму пистоль. Ой. That was it. Bomb site secure. Ready for you to defuse the bomb. 7, 6. О, пистоль. Давайте снайперку оставим. Крик хорошая штука, мне понравилось. Интересная, конечно, у меня тактика тут, но... Тут я, по крайней мере, не готовил. Меня даже не убили ни разу. Давненько этого не было.
Так, а вот это уже фуга. Противнику. Никого не вижу пока. Так, кто-то идет. Походу они там будут планить. Потому что никого нет. Вообще никого. Да, походу идет. Да, там. Там псих со снайперкой. Бомба пуэнчина, блин, я что-то не сообразил. Давайте. Не успели. Ладно. Ладно. Хорошо. Еще разок. В любом случае, пришлось бы выиграть этот матч. С разницей 3-1 там. И так далее. Так. Давайте я, наверное, вот эту штукенцу возьму. Вроде бы она ничего так. Ух, как я накоротил тут. Жалко, умер, конечно, потому что, да? Пофигу. Пофигу. Посмотрим, если тут это... Если тут появятся... Двойные двери. Двойные двери, это не надо. Конечно, не там. Снова. Что сайдо? Я и в английском могу, поэтому уж простите. Так, так. Тут никого. Этого убили. Сколько там трое? Стрельба откуда была? Тихо. На заложили, козлы. Окей. Тихо. Даже АК успел захватить. Ну чё, неплохо так сыграли-то на этой карточке, на Дасте. Ну, Даст 2 хорошая карта, в принципе, я играл в нее когда-то немного. Не очень много. Так, милиция. Милиция тоже ничего карта. Да, тесное пространство, там встречаются частенько. И у нас тут мы фору даем противнику, их 7. Поэтому тут будет не очень-то и просто. Потому что их 7. Тут уже скилл надо оттачивать пытаться. Так, Флойд или Гус? Кого? Давайте вместо Флойда. Фила. Вот неплохая у нас, в принципе, теперь тима. И вместо Гуса потом Леона, и будет нормас. Так. Опять дробовик придется брать. Конечно, не очень я с дробовиками. Даже со снайперкой мне получше будет. Ну ладно. На полом пойдем, что ли? Ха, там противник.
Так. Тихо, тут еще один придурок где-то. А нет, их трое. Okay, sir, let's go. А нет, не трое, все-таки вот еще. Тихо. Нам тут сейчас хорошо встречок, я не знаю. Придется отсюда валить всеми хорошими способами. Очень тихонечко. Последний враг остался, да? One guy left. Ой. Тихо. CT spawn. Блин. Два заложника свалили куда-то, конечно. В любом случае, нам еще придется тут бодаться. Сколько ни одной миссии мы за раз не выполнили. Одного вольного все, да? Ну ничего. Тут снайперская винтовка мне помогла. Ну, так, ты кто там? Аку хочу. Давай, фоловь. А как хочу подобрать? Ну... Не стей, а топай за мной давай. Дружочек. Да, что мы сделали? А, позаложить спасли. Отлично. Хорошо. Правда, этот гребаный дробаш все равно останется самым. Ну, так неплохо мы играем пока. Неплохо. Только двое убитых, и надо 7. То есть нам фаги открутить. Там нужно было играть по-человечески. Так. Давайте, заходите. Значит, нас! Ой-ой-ой, как там, как-то получилось. Тактика у меня какая-то новая. В принципе, до этого в двух раундах она работала. Походу, боты учатся на своих ошибках. Так. Так, сколько их там? Трое, да? Вот сейчас нормальные чуваки, походу, у нас остались, тихо идут. Сразу видно, скилл у них есть, что если всех поубивали почти, то... А нет, так бежит. Псих. Ну ладно. А вот это вот не дело было. Боезапасы расстреливать. Так. Двое на двое. Да? О! Так еще и модельки-то одинаковые у чуваков. Вообще нормас. Только тихонечко, ради всего святого. У вас есть отличный шанс победить, ребятки, но... Если вы будете сообща действовать, а не... Эй! Ну, басы. То есть, как я. И все. Кто заложа убил? Так заложа убили или как? Или что там? Он раненый просто. Нет, походу.
Остался только Скрич. Ну, у него скилл не очень такой, поэтому победить его можно. Спокойно. Так. Чё через канализацию-то полезли? Этот, походу, чует. Тихо. Ага, смех выжимаете. Ну все, нам осталось только миссию выполнить. Мы даже поиграть можем, но... Если пятерых нафрагим, включая двух шотгана, то пойдем. Ну я думаю, что еще раунд или два, или три. Придется это делать. Потому что не думаю, что у нас получится так быстро. Все. Я уже ругаться начал с нехорошими словами. Простите меня, пожалуйста, за это. Сука! Действительно. Да. Вот что-то. Ну, в принципе, мы... Сейчас... А! Двух шотгана и не умеем. Боюсь, что это... Да, боюсь, что это будет... Это задание моей могилой будет. Потому что двух шотгана и не умереть, это у меня как анаил, пока воспринимается. Ну, можно, конечно, попробовать. Есть у меня идея двоих вальнуть, потом побежать за заложением. И вы поняли, что сделать. Тихо. Одного вижу, оленя. Не бьет мне сегодня вообще. С другой стороны, хорошие видеть. Мы, в принципе, и врагов там набиваем, убиваем. Но набиваем врагов убитых. Ну, конечно, у меня тут вообще... Карта-то хорошая, но противников не слишком много. Не уследишь за всем. Вот сейчас я полезу и меня опять вальнут. Да? Тихо. Кто-нибудь, чтобы со мной шел? Тихо. Тихонечко. Ты где, поебень? Ну давай, давай, иди сюда. Ты где? Не клеится игра совсем. У бота клеится, у меня сегодня... Сегодня у меня что-то вообще... Ладно. Ну, сейчас осталось как раз двух врагов вальнуть и двух с дробаша, то есть... В принципе, ничего сложного не осталось. Надо победить свое желание на одном дохлом... не забить после этого, а... спокойно пройти. И тогда все окей будет. Не любой ценой валить всех, а... Хорошо. Хорошо подумав перед тем, как пойти куда-нибудь, потому что бездумно я сейчас ходил и получил
вихрь пуль в задницу, так скажем. Да, и наслаждаюсь просмотром ботов, которые сейчас что-то тупят. Вот этот придурок, чё он не пошёл за этой защищать? Это какой-то глюк игровой, походу. Никто вообще ничего не делает полезного. Все как овощи. Этот застрял за застрявшим. Так, вот у этого вроде... Ты куда пошёл вообще? Идиот. Они, может, они за ложей грохнули? Не может такого быть, хотя бы один выжил. Один хотя бы выжил. Так, как-то... Я не помню, какая кнопка, чтобы ботов убить. Я уже не могу тут. Так. Не помните, какую команду надо сделать, чтобы ботов убить? Ну-ка, сейчас, что-то... Боты. Дай. Ну-ка, дай. Вот. Нет? Не помню я команду такую, чтобы ботов убить. Потому что они что-то вообще офигели сейчас. Ну, слишком. Ограничение по времени к тому же не стоит вообще. Все очень плохо. Все очень плохо. Так, ну давайте план Б тогда. Я и тут. У меня где-то записаны были читы на КС. Сейчас посмотрим. Получится вольнуть всех или нет. А то этот болван все сидит. А те заложей, походу, убили. И теперь бегают, патрулируют. Этот от них прячется. Это вечная игра будет. Блин, а как не в киворот у меня лезет. Так. Пока я искал чит их, им удалось все-таки победить. Ну ладно. Так, ну давайте. Соберемся и... Пойдем эту гребаную миссию. Так. Стиктигируйте. Потому что если я злостный, то... Хоть заложи и возьму. С 2% вероятностью. Так, тихо. Тихонечко, не спеша. Чёрт. Тихонечко. Эй! Давай, открой дверь. Открой дверь, мой идиот. Получилось. Я сейчас от счастья обосрусь. Боже, я обосрусь. Все, давайте отведем этих придурков. Даже если нас убьют, то уже плевать будет. Давайте. Погнали. Так. Один баг остался, да? One guy left. Его сейчас вальнут. Не вальнут. Один на один теперь. Боже, какая драма. Под какого хрена нельзя сдать этот раунд? И...
получить свой гребаный пропуск. Вот это вот, конечно, глюк игры. Это меня очень бесит. Потому что оба теперь сидят. Так еще и заложи живые вроде. А это их пасет. Ты что, тех что ли? Тебе заняться больше нечем. Болван. Так. Ладно. Поищу я все-таки еще разочек этот чит. Так. Какая у нас игруха? Конечно, Zero, да? Так. А нет, этот баллон все-таки взял, заложил. Пошел. Ладно, давайте дадим ему один шанс. Если его убьют, значит он лох. Если не убьет, значит он молоток. Че встал? Ты голь. Блин. Нет, это тут пизда какой-то вообще. Это меня бесит. Я что-то вообще, действительно. С катушек сейчас слечу. Если в следующем, если в следующей карте будет эти бандиты опять с ботами, то это будет вообще. Вообще. Что-то я слишком много говорю вообще. Так. Ну, защитили мы все-таки карту. И осталась карта стадион. Я, в принципе, помню эту карту, где ты играл. В принципе, она не очень должна быть сложной. И если будет отчет времени вестись, то даже если мы будем роговать, все будет хорошо. Так. Агустану отправляем нафиг и берем Леона. Он в коопе очень хорош. То есть, скажем, стик Тигера, и он, в принципе, неплох будет. Так. Вот это глупо. Так, ну я пойду за ними, потому что они болваны. Они болваны, они моих команд не выполнят, они будут что-то знают где идти. Но ничего в итоге не сделают. Давай, иди. Тихонечко. Кто-то заложил бомбу уже. Так. Я тут. В принципе, неплохо. Получилось в первом, по крайней мере, раунде. Ну и ограничения по времени будет. Все хорошо. Можем, даже если боты будут тупить, больше 5 минут не получится. Вот там тупить. Так. Тихо. Бездумная пошел опять. Тут думать надо. К тому же этот козел вообще бомбу в другом месте заложил. Надо где кафешка шопать. Ладно, проиграли. Проиграли так же быстро, как и выиграли тот раунд. И ничего. Че, мы в первый раз что ли? Нагакуем тут. К тому же 75 секунд прошли на раунд. Пять врагов убить. Окей, все. Доки. Главное, чтобы какой-нибудь олень пошел вперед, дверь открыл, тогда все будет окей. Убили одного. Тут самое то сидит, я думаю. И защищает вроде неплохо. И противников пасут.
Ага. Готов. Это мое. Все, оставайся последний раунд выдержать и нормально будет. Там чувак так балконов просто завис. В принципе, эта карта не такая сложная. Вот они купят, а мы играем вроде пока без особых выкрутов. Совсем. Бомба планнули. Так, где бомба? Я не помню. Где второй плент. Поэтому буду его искать 3 часа. Походу. И не найду. Бомба где? Все, походу я не найду. Все. Далеко она. Нас и убили еще. Отлично. Ладно. Не получилось 3 раунда победить. Ничего страшного. Булпап самое то, я думаю. Для того, чтобы еще пару раундов сгонуть. Все же я... Новичок в каком-то смысле в этой игре, поэтому туплю, планты не помню, где находится. И вообще. Задроты уже давно считают, что я... Да хрена, людей уже потеряли. Сейчас если поигрывать начну. Тихо. Последний остался. Нет, двое еще. Тихонечко. Все, проиграем. Походу проиграем. Если вот этот вот будет внимательный и будет идти тихо, то жопа. Я еще, вот блин, если бы я тогда нашел где-то сраная бомба, все было бы нормально. Что-то я не смог путь найти к планту. Надо запомнить что ли. Все, 9 хп. Боже. Это, конечно, не Dark Souls 2 и не моды для сталкеров какие-нибудь хардкорные, но... Но все же это меня немного напрягает, игруха. Аптечек же нет в КС-ках синглплеерных, ну... Таких вот. Ну, в Deleted Scenes, конечно, есть. Но Deleted Scenes это больше на Call of Duty похоже. Это типичный Counter-Strike. Со всеми вытекающими. А, давайте мы Maverick возьмем. То бишь М4 и Diffusion. Все, пошли. Stick together, team. Roger that. Affirmative. Roger. Negative. No, sir.
что-то стоять не выйдет. Оно мне не надо. Так. Давай, пошел вперед. Я запомнил, где второй фланг, поэтому сразу туда и пойдем сейчас. Здесь тут никого нет. Там никого нет. Следовательно. Следовательно, нам надо сюда попасть. О, все. Хедшот. Великали. Ругаюсь очень много тут. Ну, я надеюсь, вы меня простите. О, прошли. Даже не посмотрел, сколько убил. Ну, в принципе, убил-то достаточно, чтобы защитить тут территорию. Ну, ладно. Получили очко репутации от кольновой Локи. Чё я тут жалуюсь на жизнь? Ладно, в четвертом эпизоде мы продолжим. А на этом пока завершим. Надеюсь, вам понравилось. Ставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу, ставьте пальцы себе. С вами был, как всегда, Дмитро. Всего доброго, увидимся завтра в продолжении прохождения. Надеюсь, рисковать не буду. И помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys!